Бронзовым призером в этой категории стала спортсменка под номером 74 Евгения Щелчкова, город Казань. Пожалуйста, вперед. Категория «Академический фитнес» женщины, чей возраст чуть больше 35 лет. Серебряным призером становится в этой категории спортсменка под номером 31 Мария Тарасова из Самары. А выигрывает в этой категории спортсменка под номером 11 Венера Абдирова. Город Казань, клуб «Динамикс». Она становится победительницей в категории «Физический фитнес» женщины, чей возраст чуть больше, чем 35 лет. Венера Абдирова, победительница в этой категории. Вот сейчас девушке можно сделать фотографии. Поаплодируем. Спасибо, спасибо. Можно взять свои губки, встать в линию. И прослушать результаты основного судейства. Будет названа шестерка сильнейших, кто сегодня занял места с 6 по 1 именно в таком порядке. Девчонки, положите кубочки, поставьте дипломы, потому что, наверное, придется выходить вперед. Может быть, кому-то из вас. Итак, шестое место сегодня занимает Евгения Щелчкова из Казани. На пятом месте по результатам судейства спортсменка из Самары Мария Тарасова. На четвертом месте сегодня спортсменка под номером 44 Мария Бельтюкова из Екатеринбурга. И теперь мы называем тройку. Бронзовый призер открытого кубка в категории «Атлетический фитнес» женщины. Венера Абдирова, номер 11, Казань. Она получает еще один кубок, диплом, медаль и одну часть призового фонда. Серебряным призером наших соревнований становится спортсменка из Челябинска, Лейсан Ибракова, номер 43. Также кубок, диплом, медаль, цветы и первая часть призового фонда, предоставленного нашими партнерами. И чемпионкой единогласным решением судей становится спортсменка, представляющая фитнес-клуб «Конан» из Екатеринбурга. Абсолютная мисс Вселенная НАБА этого года – Мария Кузьмина, номер 46. Мисс Юниверс НАБА. И победительница открытого кубка по фитнесу и культуризму «Казань» 2011 года – Мария Кузьмина. Я, конечно.